Видео подготовлено сайтом онлайн gdz.net. Давайте выполним упражнение номер 10 на странице 89 учебника математики для 2 класса автора Дорофеева. Квадрат АБВГ несколько раз повернули по часовой стрелке. Получились фигуры 1, 2 и 3. Начерти их в тетрадь и отметь, в каких точках будут расположены вершины А, Б, В и Г. Итак, вот у нас А, Б, В и Г. Там, где у нас пустая клеточка, это Б. Следовательно, здесь А. В и Г. Б. В. Г. А. Б. В. Г. А. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если у вас есть вопросы или предложения, оставляйте свои комментарии под